В связи с отсутствием определения термина, что же такое медицинская услуга, для использования которой требуется специальная подготовка, я обратился в Федеральную антимонопольную службу за разъяснением. ФАС молодец. Уложилась в установленные сроки. Ответила менее чем за 30 дней. Но качество ответа никакое. Имеет место нарушение законов логики. Проще говоря, нет ответа на поставленный вопрос. Ну, привожу пример. У продавца спрашивают: «Почем капуста?» А в ответ: «Луна еще не взошла, поэтому темно». Вот то же самое в этом ответе. С учетом того, что изменения законодательства о рекламе вызвали очень значимые проблемы среди частной медицины, то помощь орган исполнительной власти, назирающего за законодательством рекламы, была бы как нельзя кстати, чтобы снять напряженность в этой сфере. Но Федеральная антимонопольная служба, к которой я относился с уважением и всегда ставил ее в пример, что она реальный защитник интересов частной медицины, в данном случае оказалась не на высоте. Причина. Очень большой поток обращений, и ответили по шаблону, либо нет профессионалов, способных дать ответ по существу поставленного вопроса. Теперь буду ждать ответ из Государственной Думы. Данный федеральный орган законодательной власти, призванный заниматься законотворчеством в установленные сроки в 30 дней, пока что мне не ответил. Вот такие у нас депутаты Государственной Думы и их аппарат.